Доброго дня, пані та панове. Дякуємо, що відгукнулись на наше запрошення і зібрались на конференцію, що організована Асоціацією бутильованої води. Як слова з пісні не викинеш, як здорово, що всі ми тут сьогодні зібрались. Це вже не вперше. Наша асоціація приймає участь у подібних заходах десь втретє. Хочу нагадати, що вперше цей день, як День води, був проголошений Генеральною асамблеєю ООН в 1993 році. Це сталося 22 березня. Ну і з тих пір цей день святкується. Ось до нашої країни дійшло. Дійсно, знаєте, виходячи зі стилю своєї роботи і спілкуючись з людьми, які задіяні в цьому бізнесі, декілька разів мав нагоду спілкуватися з представниками Близького Сходу, то вони, принаймні, от вони заявляли, що за декілька десятиріч найбільш дорожчим продуктом буде не нафта, не золото, а саме вода і саме питна вода. Ну, я не буду розповідати, це справа екологів, який стан в поверхневих вод і інших джерел води в нашій країні. Скажу, що наша асоціація, наскільки це можливо за даних умов і за даною економічною ситуацією, що є в нашій країні, розвиває і надає послугу людям з доставки якісної. Ключове слово тут, мабуть, має бути якісне. Питної води. Декілька слів, користуючись нагодою, про асоціацію. На тому банері ви бачите, скільки членів присутні. Це, звичайно, не всі оператори водного ринку, але основні, загальна частка операторів, які, представники яких зібрались тут, сягає десь 40-46% за різними показниками. А всього ж ми налічуємо за даною нашої асоціації. Ну, розумієте, тут важко, тому що всіх полічити, тому що основні гравці зібрані в городах, в містах, вибачте, які населення яких перевищує мільйон, десь менше, там важче рахувати. Ну, принаймні, ми вважаємо, десь 200-250 операторів водного ринку існує. Переважна частина, десь відсотків 20, може, з них, це ті, що займаються постачанням аксесуарів і тари. А решта – це, що безпосередньо, ну, є ще такі, що перепродують, як дистрибутори працюють на водному ринку. А решта займається видобутком води, розливом і постачанням безпосередньо кінцевому споживачеві. Що стосується ринку, якщо дати якісь цифри, бачите, приніс... Ну, історично вже пресу, вона датована 10-м роком, це вже 3 роки пройшло, там була стаття про ринок ПОД, в тому числі. Тоді експерти називали цифру 180 мільйонів, зараз ми вважаємо ринок підріс десь до 290-200 мільйонів літрів. Якщо прийняти до уваги, що середня бутель з водою, ну, мене поправлять колеги, якщо я щось не так скажу, десь коштує 30 гривень, ну, це плюс-мінус, як в сторону збільшення і зменшення, розділивши 200 мільйонів на 20, ви отримуєте цифру або в національній валюті, або в європейській. Зрозуміло. Це не тільки вода, що стосується води. Крім того, на цьому ринку обертається тара, яка теж коштує. Крім того, існує парк кулерів. Декілька десятків тисяч ми налічуємо. Я вже не кажу про помпи, інші засоби чи аксесуари, за допомогою яких можна споживати воду. Ну, можливо, це і не від гарного життя, але цей ринок розвивається більшою мірою через те, що стан водогону і стан питної води, вірніше, води, називаємо так, води, яка тече по наших трубах, вона не задовільняє споживача, який дбає про своє здоров'я, про своїх дітей, сім'ї і так далі. Там на моніторі вам висвітлювалися дані дослідження, що проводила наша асоціація за допомогою одної з агенцій. Хочу звернути вашу увагу, що після кризи, якщо до 2008 року основна частка зусиль продавців води була направлена на те, щоб працювати з юрособами і з великими підприємствами, то після того, як розпочалася криза і скрізь на підприємствах почались масштабні скорочення витрат скрізь, де тільки можна, оператори переключилися на домогосподарства. Ну, власне кажучи, бізнес-ход, home and office, бачите, там перше слово є home, тому це і правильно. Раніше тут спостерігався деякий перекос. І частка ринку чи ступінь проникнення, згідно даних дослідження, зріс практично 70%. Це говорить про те, що як наша асоціація, так і кожен оператор водного бізнесу окремо працюють над тим, щоб розвивати населення і привати йому
не те, що смак, а культуру споживання правильної води, бо вона може бути як пом'якшена, так і звичайна, може бути йодована. Ну, принаймні, така вода з крана не потече, мабуть, ще довго. Ну, тому будемо сподіватися, що незважаючи на ці трудності, ринок буде існувати і ми будемо розвиватися. Власне, це все, що я хотів сказати у вступному слові. Решту доповнять колеги, якщо будуть питання, то в кінці. Будь ласка, Борис Скачко. Ну, потрібна тоді анаграма, нам, по большому счету, це саме ємкий продукт питання. Більше, ніж води, ми не потрапляємо ні один другий продукт питання. Ну, за всю жизнь в среднем человек употребляет примерно 80 тонн воды, примерно около тонны воды в год. И очень важно, конечно, во-первых, количественный показатель, во-вторых, качественный. Вернее, даже я бы сказал, качественный на первом месте по одной простой причине. То есть некачественную воду человек один раз употребляет, в воде находятся пестициды, в воде находятся органические и неорганические примеси, которые очень часто, ну, резко изменяют состояние здоровья человека. И очень важно, чтобы вода попадала качественной. Качественные. Ну, ГОСТы, если центральное водоснабжение, это станция водоочистки, подготовки воды, а дальше километры труб. А нашей, скажем так, системе доставки воды потребителю, вы все знаете, она давно не обновлялась и, мягко выражаясь, очень сильно изменяет качество воды. Конечный потребитель получает уже не ГОСТовскую воду, а ту, которую изменили трубы. Или, если это поверхностные источники воды, то у нас, ну, эксперты ВОЗ насчитали всего 6% экологически чистой территории. Поверхностная вода у нас тоже по определению не может быть чистой. Поэтому, конечно, качество воды на первом месте, количество тоже имеет значение. Почему? Где видно, что человек не допивает воду, где он находится в состоянии хронического водного голодания. Ну, первое, это увеличение вязкости крови, и появляется такое модное заболевание, как веетососудистая дистония. По весне, осенью и зимой обостряется депрессия. Это тоже связанное с этим состоянием. Ну, у людей более старшего возраста густая кровь, это более злокачественно течет гипертоническая болезнь или ишемическая болезнь сердца. Это два, если первые заболевания веетососудистой дистонии качество жизни нарушает, то ИБС и гипертония сокращают продолжительность жизни. То есть это очень такие вот интересные заболевания. В среднем возрасте нехватка воды, она используется не просто в обмене веществ, но и в конце концов для удаления продуктов распада белковых токсинов в основном. Концентрированное выделение белковых токсинов через почки, появляется солевой диатез, мочекаменная болезнь. Вот. Ну, очень часто многие по весне знают обострение, называется цистит. У мужчин обостряется простатит. У женщин великолепно на фоне дефицита воды развивается эндометриоз, фибромиома, мастопатия. Это все заболевания, связанные, ну, практически напрямую с выделением воды. У мужчин, ну, косметический дефект, они начинают дольше умываться, потому что меньше расчесываться, волосы начинают выпадать. Более активно, потому что это тоже взаимосвязано с концентрированным действием токсинов, продуктов жизнедеятельности на волосяные фолликулы. Женщины об этом знают во время таких переходных периодов, когда, ну, женский организм перестраивается, опять выключается менструальный цикл. Развивается, ну, патологический климакс, так называемый. То есть употребление воды очень важный показатель. Качество, ну, очень хорошо, когда на входе стоит озонирование воды. Это великолепный процесс, потому что озон имеет более широкий спектр действия по отношению к бактериям. Он единственный, который убивает вирусы. Хлорирование воды не приводит к тому, что уходят вирусы. И озон способен окислить и токсические вещества, в том числе и хлор, если он остался в воде. То есть фактически это способ подготовки воды для того, чтобы сделать ее безопасной по большинству показателей. Конечно же, ну, очень важно, чтобы минеральный состав воды тоже соответствовал. Ну, воды бывают у нас разные, но артезианские воды в большинстве своем они свободны от тяжелых солей, но можно умягчить воду, можно сделать ее более такой, ну, удобоваримой, уменьшив содержание солей, кальция и магния, то есть уменьшив жесткость воды. Это тоже улучшает биологические свойства воды и ее потребление организмом. Очень важно грамотно сочетать употребление жидкости и воды. Потому что многие вот акцентируют внимание употребление только воды. Вода — это великолепная среда для извлечения полезных веществ из других продуктов питания. И когда вы выпили воду, вы только попили воду. Когда вы на хорошей воде сварили чай, борщ, там какой-то компот, вы эту воду обогатили теми полезными веществами, которые находились в этих продуктах питания.
и вы сделали ее еще более полезной и, самое главное, еще более активной в плане обеспечения обмена веществ. Потому что вода сама по себе, для того, чтобы ее прокачать по организму, ее нужно вначале с пищеварительной системы взять, потом разными системами нужно по организму обеспечить ее циркуляцию и, в конце концов, обеспечить ее удаление. Вот это весь сложный технологический процесс движения жидкости по организму, его обеспечивает как раз грамотное сочетание воды и продуктов питания, которые у нас есть. И тогда можно легко и просто сбалансировать рацион человека и фактически способствовать, чтобы он находился в состоянии здоровья, а не в состоянии болезни. Ну, я, наверное, основное сказал. Дякую, пане Борисе. Будь ласка, директор виробництва ТОП «Чиста вода» Микола Кличко. Я хотел остановиться на тех источниках, откуда люди берут воду. Вот наш обычный житель села, города, он идет и берет откуда-то воду, потребляет, как мы говорили, несколько литров на каждого человека в день. Естественно, основной источник это поверхностные воды, так было всегда. Потому что больше нет куда было брать. И артезианские воды появились совсем недавно. И если несколько лет назад, десятки лет назад, говоря о сотнях лет, никто даже не задавался вопросом, где взять воду. А вот колодец есть, есть речки, спокойно брали в речках воду. Я знаю, уже достаточно давно видел, как брали с речки воду, спокойно варили там чай, кашу и так дальше. А почему сейчас возник этот вопрос? Потому что 20 век, если посмотреть начало 20 века, там появился там паровоз Черепанов, там один самолет Можайского, то 20 век отмечен настолько бурным развитием промышленности, и как раз это является источником тех загрязнений, которыми напитались вся наша окружающая среда. Но если взять промышленное производство, это энергетику, это 2-2,5 миллиона тонн выбросов. Если взять даже наши автомобили, их было в начале века совсем немного, то сейчас мы видим, это сплошные потоки. Это около 5 миллионов тонн выбросов, и это свинцовые соединения всякие. И они все располагаются на поверхности. Взять такой отрасль, как сельское хозяйство. Оказывается, там миллионы тонн оседают на поверхности, причем они насчитывают от 150 до 250, 170, 250 разные источники только пестицидов. Это те из 49, из которых крайне вредны. Причем сами растения потребляют 5-10%. Вот на поле разбросили эти, разбросали пестициды, 5-10% уходит в растения, остальные находятся между растениями, и все уходит в почву. И, конечно, мы отсюда видим, что поверхностные воды загрязнены. И поэтому, когда мы говорим об источниках, например, водопроводной воды, откуда она идет? Из Днепра и окружающих рек. А, что характерно, каждое лето мы наблюдаем, что пляжи там закрыты, там закрыты, там закрыты. Почему? Купаться даже опасно. А мы говорим о том, что мы берем эту воду, они стоят там в очистных сооружениях, но тем не менее, они поступают к нам в водопроводы. Мало того, мы говорим о том, что 70% примерно водопроводных сетей уже настолько изношены, что то, что находится там внутри, оно является дополнительным источником загрязнения. Плюс к тому, как мы говорили о хлоре. Хлор опасен даже не сам по себе, я медики надо подтвердят, а именно в соединении с органикой, которая находится там. Поэтому, конечно, говорить о водопроводной воде, которая у нас сейчас с краном, даже не приходится. Мы это видим просто наружу. Одним из источников, вроде бы как бы дополнительных и защищенных, это бюветы. Бюветы находятся, берут воду из глубины, но давайте посмотрим, вообще-то, как обслуживаются эти бюветы. Кто-нибудь когда-нибудь видел, когда эти бюветы обслуживаются? Вот те, кто занимается скважинами, понимают, насколько это очень такая тонкая и сложная для защиты сооружение. Ее надо защищать. У нас есть охранные зоны, у нас там строятся
защитное сооружение. Здесь же они не защищены. Никто ими не защищен. Те силы, которые десятки бюветов занимаются их защитой, их, в конце концов, дезинфекцией. Там находятся емкости, которые, в общем-то, не дезинфицируются. И, конечно, если взять даже вот на виноградаре, я просто там брал из бювета воду, она вся сероводород. И его надо отстаивать. Сероводород — это продукты уже не едины. Поэтому здесь тоже говорит о том, что вода бювета качественная, тоже не приходится. Разные источники привозят в бочках воду. Некоторые стоят, будочки разливают воды. Здесь говорит о качестве тоже не приходится. И поэтому не напрасно появились вот такие компании, как наши, которые мы сейчас представляем. Потому что на первую очередь, на первый план выходит уже безопасность воды. Безопасность, которая обеспечена уже сложными техническими, технологическими всякими установками, устройствами, которые позволяют все-таки убрать из воды те соединения, те элементы, которые являются уже небезопасными для здоровья человека. И, конечно, они требуют достаточно сложных устройств технологических, анализов лаборатории. У всех практически крупных производителей существуют лаборатории, которые занимаются как раз исследованием, что же находится в воде, контролем, что же мы имеем на выходе. И понятно, что появление бутылированной воды, оно появилось не просто так, не для того, чтобы просто продать ее, а потому что она является одним из тех, источников, которые именно обеспечат безопасность воды. Я думаю, что мои коллеги потом запомнят этот момент. Но вот я хотел сказать, что других источников пока мы не имеем.